Здравствуйте и добро пожаловать. Мы сейчас в конце времени, но собираемся возвращать моя эра, моя эпоха, тысяч год в селе Медине. Хорошо. Через столб света. Столб. Называется столб. Истина. Хорошо. Из шкафа выступал ли? Хорошо. Здравствуйте. О, я только что ушли из шкафа. Убирайтесь. И другие мистик. Кто вы? Вышли из моего шкафа в все время. Звайтесь. Убираетесь. Хорошо. О, ждай. Одна секунда. Мединское село был основан предки мистиков, поиграющий во времен с человеческими. Большинство мистиков еще сердится против человеков. Осторожны. Есть старец, который живет около пещеры в горах в западе. Может быть, понравилось сказать с ним. Спасибо. Почему так добровольно? Добрикна. Так, добрикна. Мистики get along. You know get along? Относите хороши. Относите. Нельзя относиться человеками. Человеки и мистики боролись больше 400 года назад. Мой лозунг прокращай и забирай. Забывай. Но казается, что немного согласны меня. Хорошо. Забивай. Избивай. Исследовай. Площадь Медины. Борис, это что? Это странный... Звук. Нет, звук. Только так, что? Священник, сказаешь. Четыреста лет прошли? Прошло. Из того времени Магес командировал мистики и совершил войну против человеков. Людей.
когда Логос будет, все людей не будет. Муаха. Продолжай. Все? Нет. Разговаривай с всем. О. Хатсер Магус. Это статуя Магуса. Когда creation? No, you don't know creation? Создавание Магуса, Машни Лавос, вид из длинного сна, людей is doomed. You know what that means, doomed? Не будет будущим. Okay, whatever. Go ahead, продолжай. Oh, long ago. Давним-давно. Это Машни Магус принес Машни Лавос. Okay. We saw it. Продолжай. Нет. Okay, это... О! Вы прав. Продолжай. О! А поэтому мы знаем, что сейчас Магус сделал, Магус сделал, Магус, что? Я, Магус, Магус сделал Лавос, нет? Он так сказал, 400 лет назад. И значит, что это мы должен возвращаемся на 600 году. Ну, сейчас это мы не можем. Выходит. О, вы разрушаешь или you're ruining my meal. Yeah. Ты разрешаешь мои блюда. Убираетесь. Ха! Я не надеюсь, что это эти люди будет что-то заслужает экрана. Ха-ха! Ха-ха-ха! Очень хорошо. Это не стоит. Это просто их не понравилось. Не... Что делаешь? Продолжай. Просто это что? Это просто это нации, это проблемы между нациями. I don't know. Вы знаешь? No, вы знаешь его?
он был в празднике, в миллениумном празднике, в площади праздника. О, познакомились с ним. Мелквайр. О, я могу интересоваться с тебе с оружием. Хорошо, да. Посмотрим. Что? Я хочу. О, это красная катана. Посмотришь, это сильнее. Усилит свой сил атака. Конечно. Катана. Окей. Ну, посмотришь. Это сильнее, нет? И оружие, огнестрельное оружие, это еще будет, потому что номер голубой. Посмотришь, просто 18. Но с ним будет 24. Увеличилось, нет? Увеличилось. О! У нас нет. О! Ничего нет. Мы можем... А, это причина, потому что я не предпродал. Я не предпродал мои Устатки. Очень много устатки сейчас. Посмотришь, очень много. О. Одна минутку, пожалуйста. Ну-ка. Хорошо. О, нет. Я сделал ошибку. Мелквайр рассказал о рождении. Если зло не было в мире, конечно, рождение не нуждалось. Очень печальное состояние мир. Хорошо. К сожалению, я сделал ошибку. Один еще огнестрельное оружие. А, два нужно. Я думал, что он будет сказать о назначении нас. Но, если хочешь, желаешь возвращать трусский сил, использовай этот короткий путь через пещеры в горах в Севернии. Хорошо. Он что сказал? Как сказал? Сказал, используй гор. Гора в Северной. Думаешь, что гор будет в подвале? О, Марк Бар Америка, но сказал, что врагам мистики. Хорошо. Конечно. Но это не будет очень, потому что это монстры из
из первой лабиринт видеоигры, когда Саны слугой с Яваном. О! Конечно, конечно. Босс очень важная часть видеоигры. Роллы игры. О! Сундук сокровищей. Один итер, хорошо. Потому что в том месте магия будет важнее. Иногда. Некоторые из моего врага в пещере... Нет, посмотришь. Это очень повреждение, что... Хорошо. Слушай меня. Должен бросить магию. Магию. Техника. Нет, это нападение против джин баро. Джин, понимаешь? Есть джин в голове. Хорошо. Это неуязвимые маги. Или не маги. Физические атаки. Понимаешь? Некоторые из монстров не уязвимы. Уязвимы к физической атаке. Посмотришь. О, вы говорила прав. Хорошо, она. Нет, хорошо, продолжай. Просто помните, что против этой бутинки должен... бросай магию. Они? Возможно, нет. О, нет. Это магика нужна. Наждаться. Из весёх. Молия. Хорошо. Да. Молодец. Дай. Ну, хочешь кров? Может быть. Три. Я не знаю. Посмотрим, если... это нужно. Бросай магию. Ваше повреждение, ущерб, что поносило не очень. Посмотришь, это просто 19. Будет очень много не носит ущерб из монстров, потому что будет очень много очередь. Хорошо. Нет.
Яны. Вы магики? Может, без лестницы? Это нападение, а... магия. Что? О, выбросила магию. Хорошо. Но с Анной... Но вы сказали, вы говорила прав. You are sorry. К счастью, просто один удар с магикой достаточно. О. Берете сундук сокровищ. Один магикальный шкарф. Шарф. Хорошо. Один из магикальный человек, магикальная девушка. Это будет хороший, если Лара или она будут снаружены с ним. Это accessory. Хорошо. Yes. Yes. И магика плюс 2. Хорошо. Это достаточно 20 минут. Вот, до встречи. Бегите себя.